Да, добрый вечер, уважаемые любители волейбола. Добро пожаловать в Казань. Сегодня четвертый день этого волейбольного марафона. И скорее бы он закончился. Да-да-да, я один. Хорошо, хорошо, спасибо. Женского финала шести по волейболу сегодня в программе целых три матча, каждый из которых действительно имеет большое значение. Ну а начнем мы со встречи за пятое место между саратовским Протоном и волейбольным клубом Минчанка. Эта встреча могла быть еще куда более любопытной и интересной, так как именно в матче за пятое место могла разыгрываться путевка в Challenge Cup, третий по значимости европейский волейбольный трофей. Но, как мы знаем, Минчанка все-таки будет пытаться и, будем надеяться, получится у команды получить путевку в Лигу чемпионов через чемпионат Белоруссии, который у команды еще по-прежнему продолжается. Уже буквально через несколько дней девушки из Минска сыграют свой полуфинальный поединок во внутреннем чемпионате. Поэтому, как сказал главный тренер Протона Юрий Маричев, главная задача на сезон уже выполнена. Протон пробивается в Еврокубке и вне зависимости, да, от результата Минчанки. Но я думаю, что сегодня все-таки Протон постарается побиться за победу, дабы избежать, знаете, каких-то таких обходных немножечко вопросов, чтобы Европейская Федерация ничего не придумала, там не лишили квоты и так далее. Вот такая сегодня затравка. Ну и напомним, что после этой встречи в 16 часов состоится первый полуфинальный поединок, в котором сыграют Калининградский «Локомотив» и «Уралочка» НТМК из Екатеринбурга. А во втором полуфинале нас ждет «Эль-классика» отечественного женского волейбола. «Динамо Акбарс Казань» против «Динамо Москва». Ну и встреча действительно обещает быть. Но пока у нас время представить стартовые составы команд. Давайте скажем, что возглавляет Минчанку Станислав Саликов. Ну и стартовый состав. Под третьим номером появляется блокирующая Надежда Столлер. Под шестым номером капитан команды Надежда Смирнова. Девятый номер блокирующая Надежда Владыка. Номер десятый диагональная Маргарита Степаненко. Номер двенадцатый доигровщица Татьяна Маркевич. Номер 17 Анастасия Лопато, связующая. И пара либера, очаровательная Виктория Панасенко, номер 1. И номер 7 Елена Федоринчик. На ваших экранах главный тренер Минчанки Станислав Саликов. Ну и теперь Протон. Главный тренер Юрий Николаевич Маричев. И вместе с ним бороться против Минчанки будет следующий стартовый состав. Номер первый блокирующая Юлия Максимова. Номер третий капитан команды доигровщица Анастасия Бавыкина. Номер седьмой связующая Мария Дороничева. Номер девятый блокирующая Ульяна Ермолаева. Номер двенадцатый диагональная Виктория Руссу. Номер семнадцатый доигровщица Ярослава Симоненко. И пара либера. Номер пятый Кристина Лавнова. И номер
13-й Екатерина Дороничева. Стартовая шестерка с расстановкой на ваших экранах. Отмечаем, да, что Кристина Лавнова получила повреждение в, по-моему, первом матче, в котором играл на этом турнире саратовский Протон. Травмировала она колено, но уже смогла даже выйти и отыграть свою игру против Динамо Акбарс. Ну и видим, что вроде бы все в порядке с либеро команды из Саратова. Ну и, конечно, пожелаем девушкам здоровья в первую очередь и яркого, красивого волейбола, которого мы ждем сегодня. Для Протона сезон завершается. Сезон, еще раз повторюсь, очень успешный. Ну а минчанке, в свою очередь, пожелаем удачи уже в внутреннем чемпионате Белоруссии, где команда Станислава Саликова обязательно поборется за победу. Ну а пока с подач Анастасии Бавыкиной мы начинаем. Идеальный прием получился от Виктории Панасенко. И на блоке первое очко набирают волейболистки саратовской команды. Здорово здесь диагональ закрыла Ульяна Ермолаева. И мяч точнюхонько в линию упал, видим мы. 1-0 в пользу Протона. И здесь ошибка сразу же от Анастасии Бавыкиной на подаче. Напомним, что впервые у нас женский чемпионат России. Его финальная пулька проводится в формате финала 6. В 2013 году был в таком формате проведен розыгрыш Кубка России. Но все-таки чемпионат России — это немножко другое, более статусное событие. Тем не менее, тренеры отмечали интересность, да, и необычность этого формата. Но на самом-то деле практически нет шансов на ошибку в таком формате. Да, конечно, финал четырех, если он с полуфиналами там совсем все жестко проходит, да, то здесь право на одну ошибку, можно сказать, есть, если ты хочешь бороться за победу в турнире. Ну и вот такое право на ошибку первыми потратили волейболистки «Динамо Акбарс», которые проиграли 2-3 калининградскому «Локомотиву» в, без сомнения, центральном матче группового этапа. Очень яркая, интересная, насыщенная такая игра получилась. Ну и вот, если Казань планирует выигрывать чемпионат, то после этого им необходимо выигрывать три игры. Одна есть, она была против Протона. Сегодня полуфинал, напомним, против московского «Динамо». На подачах Виктория Русу. Ну и здесь есть съем от саратовской команды. Очень эмоционально и те, и другие отмечают набранные очки. Не исключено, что сегодня мы не увидим, точнее, игру в 3-0 или 0-3. Честно говоря, думаю, что поборются и те, и другие. Так сложно отдать предпочтение. Да и в нынешнем сезоне две эти команды, по сути-то, и сотворили главные сенсации. Как и тренеры команд отмечали, их не ждали в Казани, но вот они здесь. Виктория Руссо на тройном разорванном блоке находит дырочку и точнёхонько туда мяч отправляет, видим. Так вот, саратовская команда, как и минчанка, собственно, напомним, выступали в единственном квалификационном раунде плей-офф, от которого были освобождены казанская и московская «Динамо». И саратовская команда достаточно неожиданно имеет 9-й посев. А напомним, 10-я команда последней проходила в этот квалификационный раунд. Так вот, саратовская команда играла против краснодарского «Динамо» и сотворила действительно сенсацию. Краснодар в этом сезоне был очень хорош. Команда Константина Ушакова здорово играла. И в какой-то момент даже они возглавляли турнирную таблицу, потому что календарь позволял пропускать матчи с лидерами, да, с главными фаворитами. Но вот после этого в итоге опустились они на 4-е место, что тоже неплохо. Но проиграли серию саратовскому Протону. Сейчас у нас атака минчанки. Протон в защите. Виктория Руссу подбивает этот мяч. Бавыкина. Было ли касание? Юрий Маричев, мастер видеопросмотров. Но решил пока обойтись без помощи видеоарбитра. Так вот, саратовская команда дома выиграла краснодарское «Динамо» 3-1 и взяла две партии в Краснодаре, что позволило выйти в казанский финал 6. Причем
ту встречу проиграли, но Протон вовсе был не расстроен и не разочарован. Проиграв второй матч, главное, что была завоевана путевка в финал шести. Ну а пока у нас Анастасия Бавыкина набирает очередные очки. Хорошая такая хлесткая атака у нее получилась. Что касается минчанки, то очень тяжелый сезон, конечно, для команды из Беларуси. Ох, здесь ошибочка. Не прочувствовали друг друга Надежда Владыка и Анастасия Лопато. Прозвучала у нас сирена, но, по-моему, поторопились немножко. Может быть, технический брак. Так вот, минчанка в серии плей-офф встречалась с ленинградкой. Минчанка закончила регулярку на 8-й строчке, ленинградка на 5-й. Именно ленинградка была фаворитом, но, тем не менее, за что мы и любим женский волейбол. Еще одна сенсация в плей-офф. Причем минчанка дома проиграла ленинградке 2-3. Там были матчболы, видеопросмотры Александра Кашина. И минчанка уже успела порадоваться победе, но было рано. И тем не менее, в гостях собрались и обыграли ленинградку со счетом 3-1. Там очень терпеливо так ждали того момента, когда Александр Кашин взял вновь просмотр на матчболе. И со спокойной душой минчанка отправилась в Казань. Но пока 7-6 у нас на старте сегодняшнего поединка. Ну и как колотит здорово Анастасия Бавыкина. Четвертое набранное очко для капитана саратовской команды. Казань для нее не чужой город. Здесь она один сезон отыграла в составе «Динамо Акбарс». Ну и завершая тему минчанки, да, можно сказать, что вот впереди у команды Станислава Саликова игра против Могилева уже 7 апреля. Это полуфинальная серия. Первый матч минчанка, первые два матча минчанка выиграла, причем в гостях, делает со счетом 3-1 и 3-0. Ну и думается, по всей логике, по крайней мере, если хватит сил после вот такого затяжного турнира в Казани, должна обыгрывать Могилев дома и выходить уже в финал, где команду Станислава Саликова будет ждать Прибужье. Здесь по линии как здорово исполняет лидер атаки капитан Надежда Смирнова. Очень хороший сезон проводит Надежда. Она входит в топ-15 самых результативных игроков женской суперлиги. Но пока скидка от Русу. Прибол, правда, достается минчанке, но не смогли его волейболистки в синей форме реализовать. Вновь Смирнова. Такой первый, наверное, затяжной у нас розыгрыш, но вновь, вновь и вновь решает его Анастасия Бавыкина. Повтор на ваших экранах. Хорошая атака. Не идеальный прием сейчас получается у Смирновой. И тяжелую атаку уже ей пришлось решать. Там в защите здорово играют волейболистки Протона. И здесь здорово. Поверх блока, по пальцам, с мясом заносится этот мяч Маргариты Степаненко. У нее азербайджанское гражданство. Но, конечно, лимит на легионеров относительно минской команды не применим в чемпионате женской суперлиги. Здесь Русу, но страхует ее атаку и вновь очень мощно колотит Степаненко. А в итоге все-таки остается розыгрыш за Протоном. Показательно можно обсудить, да, такую тему, как настрой команд. И вот на пресс-конференции перед стартом этого финала шести. Здесь эйс от Виктории Русу. Заставляет он. Она ошибиться в приеме Татьяну Маркевич. И 11-9. Но пока все очень-очень плотненько. Так вот, перед стартом этого финала шести побывали мы на пресс-конференции главных тренеров и разнился там ЗАС. Тут, кстати, да, все верно. Даже удивлен, что Юрий Маричев ни один мускул на его лице не дрогнул.
Видел, я думаю, он этот момент. Да, и заступ на при атаке с трехметровой линии. Первый тайм-аут от Станислава Саликова. Ни одной атаки, а теперь ты пасуешься на задней линии, тяжеловато его забивать. Там он набит высокий мяч, тоже мяч тяжел. Разыграй игрока диагонально, я ставлю выход шестой и наш съем, чтобы она сыграла. Они все сюда идут, первый темп бросают напрочь вообще. Никто все не прыгает. А ты Надю, Таню, Надю, Таню. А у них подача сложная. С хорошего приема. Либо первый темп, либо за голову. Понятно? Давай, догоню, догоню! Ну что ж, будем ждать атак первых темпов у минчанки, потому что либо Надя, либо Таня уже наелись, так скажем. Да, ну и речь про Надежду Смирнову и Татьяну Маркевич. 12-9. Так вот, продолжу я все-таки. Уж более интересно было послушать тренера. А вот здесь как раз та самая сложная подача. Виктория Русу, эйс, плюс 4 для Протона. Сразу можно было выделить, да, с каким настроением приехали три команды. Это московская «Динамо», ленинградский «Локомотив» и хозяйки турнира «Динамо Акбарс». Настрой и заряженность максимальная, цели понятные. Эти три команды, что называется, озвучивали цели именно выиграть чемпионат России. Ну и вот как раз первый темп проходит, хотя здесь отмечаем, да, что никуда, собственно, и Юлия Максимова не убежала от Надежды Столяр, но вот выпрыгнуть по месту и времени не удалось. Уралочка приехала в Казань с таким промежуточным, я бы сказал, настроением. Конечно, хотят побороться. Не зря Николай Васильевич Карполь прилетел в Казань. Он очень мало в этом году путешествовал, понятно, из-за коронавируса и в силу возраста в том числе. Но здесь он в Казани, он в отличном настроении, действительно шутит постоянно в микс-зоне, подкалывает там других тренеров, общается. От интервью, правда, отказывается, но разве можем мы что-то предъявить Николаю Васильевичу? Ну вот сегодня Уралочка играет с калининградским «Локомотивом» в первом полуфинале в 16 часов, во втором «Динамо Казань», «Динамо Акбар». Ну а вот две команды, которые мы сегодня смотрим, они действительно приехали в Казань с осознанием того, что главная цель на сезон уже выполнена. Для них, повторюсь, это очень большой успех. Минчанка говорила о том, что и вовсе два сезона, с тех пор, как они выступают в России, дважды десятыми были, а здесь уже как минимум шестые, а если сегодня выиграют, то и вовсе пятые могут быть. Но против этого Анастасия Балыкина, которая продолжает колотить и колотить. Здесь хорошая защита, и вновь Балыкина не замечает блок. То же самое и касается Протона. Юрий Марич в Казани находится в хорошем настроении, в рабочем, хорошем, скажем так. Тоже шутит, улыбается и отмечал, что главная цель для его команды на этот сезон уже выполнена. И оба тренера все-таки признавались, да, что тяжело им будет запрыгнуть даже в полуфинал. Ну, наверное, чуть больше шансов по таким предматчевым раскладам было все же у минчанки. Ну и давайте послушаем еще раз тренера Минска. Вот перед ними посмотри в глаза. Ты доблокаешь, узкий мяч, ты у антенны стоишь. Бежит Настя спасать Бабыкину. Она к тебе пристраивается, она сюда проходит. А по видео она у тебя слева тебя бьет. Здесь блок с шестой зоны. Опять бежит такое, как полсилы метра сетки. Ты играть будешь или нет? Так давай бегай. Ну вот так вот. Это такая эмоциональная тирада от Станислава Саликова к Анастасии Лопато была адресована связующая, которая еще, по мнению тренера, и вот на блоке, да, не дорабатывает. И видеоразбор припомнили, здесь немножко не попадает в площадку Ярослава Симоненко. И 16-12. Будет любопытно, конечно, посмотреть на саратовскую команду в следующем сезоне в Еврокубках. Челлендж Кап, повторюсь. Здесь эйс, похоже. Первый эйс от Надежды Смирновой. Видимо, и 16-13. Юрий Маричев тоже, в свою очередь, отмечал, что ждет он помощи от руководства области. И давно там строят зал в Саратовской области. И вот, чтобы этот выход в Еврокубке стал стимулом. Надо съем бежать. Начинает с приема, да, если вдруг неудачно.
башни какую-то, крахуйте своего нападающего. Все внимание сейчас на съем. Давайте. Давай. Тогда вот так. Ну вот послушайте, да, насколько спокоен Юрий Маричев. Сделал он такой яркий акцент на съеме, что именно его необходимо держать. Ну а саратовская команда, повторюсь, возможно, как раз вот этот выход в Еврокубке станет хорошим таким стимулом, чтобы был достроен зал, потому что Протон играет на старенькой арене, которая, ну, так скажем, свое, наверное, уже пережила, по крайней мере, для матчей высшего света российского волейбола. Здесь здорово в защите. И те, и другие. Бавыкина без атаки. Остается Анастасия. Первый темп не проходит. На тройном скидка-то какая. Это Ярослава Симоненко. Очень зряче она сыграла. Ну и вот не прошел первый темп вот связки Лопатова-Ладыка. А Симоненко очень здорово. Причем отсутствие либера, да, еще сказалось на площадке Минчанки. И там центральная блокирующая Надежда Столлер. Тяжело ей было сложиться, пусть она и не самая высокорослая. Да, но здесь двойное касание фиксирует арбитры. Яна Ермолаева подбивала этот мяч как могла. Ну и вот, кстати, замена. Та самая замена. На скамейку отправляется Анастасия Лопато, и вместо нее появляется Анастасия Кононович. Связующая, причем по статистике регулярки они с Лопато сыграли в 25 матчах. Примерно там равенство по сетам, то есть достаточно две равноценные связующие. Ну, чуть больше очков Анастасия Лопато набирал, наверное, в силу роста в первую очередь. А это на подаче Мария Дороничева. Скидка Виктории Русу не проходит. 18-14, напомним, мощная атака. И здесь проваливается мяч на сторону Протона. Хорошая атака Татьяна Маркевич. И сама же Татьяна отправилась подавать. Ну вот так вот. Провалился мяч от блока. Провалился мяч от сетки. И 18-16. Юрий Маричев поглядывает на своего помощника Дмитрия Журавлева. Супруга Анастасии Бавыкиной. Старшим тренером он является в составе Протона. Ну и вот если сейчас еще будет брейковый мяч для минчанки, то я думаю, увидим мы второй тайм-аут Юрия Маричева. Здесь еще и блочком цепляют волейболистки Протона. Юрий Маричев берет видеопросмотр на предмет касания блока здесь. Но мы видели, что там мяч скользь прокатился по сетке. И именно от этого заколыхался волейбольный невод. Ну и достаточно быстро принято решение. Не было там касания сетки. Видели мы, да, что, повторюсь, именно мяч прокатился по сетке. До минимума сокращается отрыв. 18-17. Это то, о чем мы вам говорили. Что сегодняшняя игра обещает быть очень-очень упорной, близкой. И, повторюсь, я не думаю, что она завершится в трех партиях в пользу одной или другой команды. Вообще не возьму сказать, кто является фаворитом. А пока Виктория Руссо. Очень здорово сыграла. Диагональная, 99-го года рождения. Очень молодая, талантливая. Поиграла в Заречье Одинцова. Призывалась в различные молодежные и юношеские сборные. А здесь эйс от Бавыкиной. Не разобрались. Смирнова и Панасенко. Кому играть этот мяч? Ну, это, смотрите, прям в стык между ними. Причем каждая сделала по шагу, да, и... Ну, обычно на таких вещах, конечно, заранее договаривается. Помним, Алексей Игоревич Вербов рассказывал в мастер-классе о том, что чаще всего принимает тот, у кого мяч справа. Но вот здесь либера, видимо, имела приоритет
плане приема. И видеопросмотр от Станислава Саликова уже мы видим. 21-17. Только что было 18-17. Ну, 3 очка подряд Протон в концовке забирает. И еще один челлендж. Видим. Аут. Спорить, конечно, никто не будет. Ну и вот так на секундочку. Анастасии Бавыкиной уже 8 набранных очков в этой партии. Очень хорошие цифры. По 4 у минчанки, у Надежды Столлер и Татьяны Маркевич. Мощная атака. И Степаненко набирает всего-то 2 очко для себя. Что не является, да, каким-то запредельным показателем для основной диагонали. 21-18. Пока у нас паритет на блоке 1-1. Ну и 3 эйса у Протона против 2 у минчанки. Здесь Смирнова здорово в защитке сыграла. И есть еще один шанс на брейковый мяч. Первый темп зарешила заиграть, как, а? Анастасия Кононович. И не подвела ее Надежда Столлер. Смотрите, может быть, не самый очевидный розыгрыш, но видим, что у Смирновой тяжело было разбежаться. Не рискнула за спину отдавать Кононович. А здесь еще и блок минчанки 21-20. Вот они, волейбольные качели. И Юрий Марич берет свой 2-й тайм-аут. Сейчас будет любопытно послушать наставника Протона. Нашим нападающим, да? Чтобы эти мячи у нас такие не падали. Не падали. Хорошо? Завершился тайм-аут. 21-20. Концовочка. Первая партия у нас с вами. И на подачах минчанки. Мы возвращаемся в игру. Только что минус 4 было. Хорошая такая силовая. Там Ярослава Симоненко в приеме. И Виктория Руссу держит съем. Слышали мы, как Юрий Маричев сказал, да, о том, что давайте поможем нашим нападающим. В первую очередь... Относительно игры в защите это касалось. Столяр. Еще один первый темп проходит. В игре минчанка. Не сдаются. Бьются. Хотя, повторюсь, девушкам уже 7 апреля играть... 3-й матч серии против Могилева в чемпионате Беларуси. Но сейчас, конечно, на площадке никто об этом не думает. Симоненко очень высоко выпрыгивает. Достанет ли этот мяч? Нет, самую малость не хватило. Маргарита Степаненко. Ну и Протон держит съем, что тоже сейчас немаловажно для команды Юрия Маричева. И там готовится серия замен. В составе Протона. Но вот увидим ли мы. Там, видимо, на блок и на усиление подачи. Не проходит атака Надежды Смирновой. Еще мощно, зато Смирнова на блоке. 23-22. Упирается в двойной блок Виктория Руссу. Ну вот сейчас, смотрите, практически без передач остается Анастасия Бавыкина. Ее задействуют в приеме. Ну и приходится выполнять такой повышенный объем работы, в связи с чем не всегда есть возможность успеть в атаку. Симоненко на нос. Здорово. Двоечка коротенькая. И здесь без блока. Две замены в команде Протон. Ну и анонсированная нами ранее замена. Двойная как раз Вера Саликова. Появляется в составе Протона. Что любопытно, это супруга главного тренера минчанки Станислава Саликова. Вот бывает и такое.
И вместе с ней появляется Елена Савкина. Но ошибается Ярослава Симоненко на подаче и возвращаются. Дороничева и Руссу. Не удалось усилить блок, но тем не менее 24-23. Один сетбол Минчанка отыграла. И вот сейчас Анастасия Лопатова возвращается в расстановку на переднюю линию. Опять же отмечаем, в первую очередь для игры на блоке. 12 сантиметров она выше Анастасии Кононович. Усилиями которой удалось сократить отрыв и завязать вот эту концовку. Бабыкина, скидка. И есть победа для протонов в первой партии. Здорово Бабыкина отыграла, мало передач получала почему-то в концовке. А в итоге 9 очков за сет от Анастасии, 25-23. Результат первой партии матча между протоном и Минчанкой. Напомним, это встреча за 5-е место женского финала 6 по волейболу. Ну а пока вашему вниманию нарезка самых ярких моментов. Самое время немножечко передохнуть, чтобы вернуться к началу второго сета. Как мы видим, кипит работа в перерыве обоих тренерских штабов. Подбадривает Юрий Маричев своих девушек. Ну и результатом первой партии, главным, да, таким, помимо победы Протона 25-23, стоит назвать 9 набранных очков от Анастасии Бабыкиной. Очень резво она начала. 5 у Виктории Русу и Ярослава Симоненко. Ну а в составе Минчанки центральная блокирующая Надежда Столлер имеет в своем активе 7. И это причем после вот того самого тайм-аута, да, когда Станислав Саликов сказал о том, что необходимо задействовать первый темп. Никто с ней не прыгает. Держит в основном края. Ну и панорама. Центр волейбола Санкт-Петербург. Напомним, в 16 часов первый полуфинал. Калининградский «Локомотив» против «Уралочки» НТМК. И в 19 часов «Эль-Классика» женской суперлиги. «Динамо Акбарс» против «Динамо Москва». Вот она, главная героиня первой партии, Анастасия Бабыкина. С хорошими цифрами. Ну, к сожалению, расширенной статистики у нас нет, поэтому, наверное, ограничимся, да, количеством набранных очков, фейсов и блоков. Хотя, может быть, успеют нам предоставить статистике команд эти цифры. Отмечаем, что у Минчанки начинает второй сет все-таки основная связующая Анастасия Лопато. И здесь на блоке пробивается Ярослава Симоненко. Протон повел 1-0. Ну, вот такая тяжелая для Лопато первая партия. И критика от тренера. И много что не получалось.
Но это Ульяна Ермолаева. Ее подача идеальная. Практически доводка от Виктории Панасенко. И блокаут от Татьяны Маркевич. Зряча отыгралась, да, от края блока. Еще одна неплохая подача. Симоненко в приеме, но упирается Ярослава в двойной блок. И Юрий Маричев сразу же берет видеопросмотр. Я думаю, там на предмет касания сетки. Все по классике абсолютно. И вот матч между Протоном и Локомотивом в первый день, да, можно действительно было назвать такой... таким противостоянием дерби между двумя очень большими мастерами. А здесь касание сетки, Юрий Маричев. Браво. Действительно. Все видит опытнейший наставник. Улыбается и он, и Анастасия Бавыкина, капитан команды. Так вот, противостояние между Юрием Маричевым и Андреем Геннадьевичем Воронковым стало именно как раз такой битвой двух маэстро видеопросмотров. Очень любят и очень грамотно используют. Причем настолько грамотно, да, что порой это... А там переход центральной линии. Надежда Смирнова и замена готовится сразу же в составе минчанки. Нет, это не Анастасия Кононович, а Виктория Секретова появляется вместо Маргариты Степаненко. Выходит в диагональ, видимо. Ну и здесь... нет, прошу прощения, не в диагональ, конечно же, там пока атакует Надежда Смирнова. Хорошая атака по линии, оставили ей комфортный вполне задел. Здесь выбитый прием. Кристина Лавнова появилась, кстати, у Протона. И еще одна атака в аут. Брейковый мяч для минчанки. 3-3 становится счет. Плохая доводка была. Откровенно. Симоненко. И никто не страхует. Падает мяч в центр площадки Протона. И 3 очка подряд для минчанки. И это сигнал к действию для Юрия Маричева. Тайм-аут наставника Протона. Почему линию оставляешь на высоком мяче открытую? Объясни мне. А? Куда ты пристроился, высокий мяч? К тебе пристраиваются на высоком мяче, а не ты пристраиваешься. На быстром мяче ты можешь пристроиться. Давайте все четко сделайте. Давайте, добавляйте. Давай, давай, давай. Эй! Это мы стали свидетелем общения Юрия Маричева и основной связующей саратовской команды Марии Дороничевой. Которая не успела, да, как мы понимаем, закрыть линию именно в той атаке. Но и продолжает подавать у нас Надежда Владыка. И здесь Виктория Руссо попадает в сетку. Под себя получился удар. Ну и посмотрите, со счета 3-1 счет становится 3-5. Вновь Симоненко в приеме. Нужен съем Бабыкина. Обеспечивает его Анастасия. И... только вопросики, да, можно задавать. Понятно, что не идеальный прием. Но вот даже сейчас в тяжелой ситуации Бабыкина получила атаку с задней линии и реализовала ее. Снялась с неприятных для Протона подач Надежды Владыка. Первый темп. Смоляр. Там Симоненко в защите. На, в обратку возвращается мяч минчанки. Здесь еще на блоке. Не успевают перенести руки. И Виктория Секретова первые очки в сегодняшнем матче набирает. Но вот пока не заладилась игра во второй партии у Виктории Руссо.
так и не заладилась, видим, подача в данном эпизоде у Виктории Секретовой. Юлия Максимова. Мощно как атакует в своем стиле. Надежда Смирнова с мясом забивает этот мяч буквально. Но не зря. Капитан минчанки и один из лидеров женской суперлиги по количеству набранных очков в этом сезоне. И сама же Смирнова на подаче. Бавыкина на двойном цепляет ее атаку. Причем делает это Анастасия Лопато. Там защита уже от Протона. Бавыкина атака номер два. Вновь по диагонали и вновь защита. А вот здесь Секретова. Ну и какой праздник, да, оборонных действий. Вот и той, и другой команды. Кристина Лавнова очень тяжелый мяч подняла. Ну и Ярослава Симоненко нашла решение в данной ситуации для саратовской команды. 6-7. Мария Дороничева. И вновь колотит, будь здоров, Надежда Столлер. Девятое очко для себя набирает. Пока главная атакующая опция по сегодняшнему матчу. По крайней мере, самая результативная. Вот так будет, наверное, правильнее сказать. Ну и сама же Столлер на подачу. Русу выбитый прием получается на девятый метр. Не добивает Виктория. Тяжелое для нее начало второй партии. Но и вот сейчас не рискнула, скинула мяч. А это шанс для минчанки. Там Симоненко в защите. Еще одна атака для Русу. Высокий мяч. Может она такие решать. Но не нашла касания рук блокирующих. Виктория. А Юрий Маричев все так немножко поглядывает на скамеечку. Ну не знаю, я думаю, даст. Даст возможность поиграть своему 12-му номеру. У всех бывают спады, это абсолютно нормально. А пока Надежда Столлер. Идеальная доводка от Ярослава Симоненко. И мощный первый темп от Ульяны Ермолаевой. И вот смотрите, переднюю линию Анастасия Бавыкина прошла... По-моему, только в расстановке, когда она была в четвертой зоне, у нее было две атаки. А так практически не получает передач. Здесь, ох, какая неудобная передача от Анастасии Лопатоя. Виктория Секретова вылетала там просто на полтора метра от боковой линии. И в итоге, ну вот смотрите. Да, здесь тяжело было просто сохранить даже мяч в игре, а не то, что забить. Бавыкина, 8-9. Здесь цепляют атаку Татьяны Маркевич. И сравнивает Протон счет на 9. По-прежнему капитан Протона на подаче. И выбитый прием на 6-й метр. Бавыкина в защите цепляет этот мяч. Но все равно фрибол для Минска. И не получается пока и у Секретова. Один мяч она забила. Но вот сейчас вновь не идеальная для нее передача. И тайм-аут Станислава Саликова. Его команда вела плюс 3. А вот сейчас уже проигрывает минус 1. 10-9. Протон вырывается вперед. Ну вот даже так. Есть указания относительно работы на приеме. Причем такого технического плана, а не тактического. Ну и главное не допускать своих ошибок, да? Пусть они поиграют.
Я думаю, Протон не против. Анастасия Бавыкина. Ее подача. Здесь вновь Секретова по первой зоне. Но вот неплохая атака. Симоненко. И вот помогает блок в самый нужный момент. Это Надежда Владыка. Выловила она атаку Ярослава Симоненко. Даже от двух рук таким рикошетом получился отскок. Лопато на подаче. Руссу надо забить. И делает это Виктория. Первое очко для нее, кстати, в этой партии. И 11-9. Минимальное преимущество саратовской команды. Но вот пока, да, по ожиданиям, примерно такую игру мы и рассчитывали увидеть. Очень плотно. Равная игра. 11-11. Да и в первой партии 25-23. Выбитый прием. Симоненко будет сама спасать свой же недочет. Атака с задней линии от Татьяны Маркевич. А Бавыкина чем ответит? Подцепили этот мяч в защите, и Маркевич достанет его. Смирнова будет ли рисковать? Нет, накатиком. Там Бавыкина в защите выключена. Она из атаки. Руссу, Руссу, Руссу. Еще один тяжелый мяч. Виктория забивает. Маркевич на этот раз скидка, но ожидала ее там Мария Дороничева. Симоненко. И упирается в блок. Пока, может быть, у Виктории Секретовой, да, не так все получается в атаке. Но вот блоком регулярно цепляет. И здесь здорово закрыла линию. Скидка. Очень красиво. Очень зряче. Ну, Юлия Максимова. Ну, посмотрите. Хорошее сбегание за спину. И прямо идеально. Без шансов для блока. И без шансов для страхующего игрока. Тем более, там еще и либера не было в этой расстановке у минчанки. Панасенко. Доводка на знак. Мощная атака от Смирновой. 12-13-13. И на подаче Виктория Секретова. Приходится просто перебрасывать Дорончевый мяч на чужую сторону. Там сразу же в лоб прилетает от Столяр. Но она не добивает, а забивает свое вновь Анастасия Бавыкина. Ну, смотрите, очень уверенно себя третий номер Протона чувствует. Пока, я считаю, маловато она все-таки передач получает. Хотя, может быть, это установка. И, конечно же, Юрию Николаевичу виднее. Ну, а Надежда Смирнова во второй партии выглядит именно тем самым безошибочным вариантом для Анастасии Лопато. Свои мячи забивает. Но по-прежнему не так много очков у Смирновой. Это седьмое набранное. Симоненко. Вновь такой фрибол, да, слэш на языке волейбольной статистики. Очень мощно разбежалась Ярослава. И вот поочередно так выпадают доигровщицы. Не доигровщицы, прошу прощения, да, Русу в диагонали, конечно же. То вот Симоненко, то Русу во второй партии. В первой более равномерно обе действовали, скажем так. Смирнова. Ну, вот здесь хорошая доводка. Бавыкина. Ну, и здесь она не забивает на двойном блоке. Маркевич. Симоненко в защите. Вновь Бавыкина будет. И решает очередную атаку Анастасия.
Но вот в первой партии у Анастасии Бавыкиной 62% в атаке. Для женского волейбола это космические просто цифры. Симоненко! Было ли касание? Юрий Маричев возьмет, конечно же, просмотр. Арбитры пока что отдают мяч минчанке. У Симоненко в первой партии 50% в атаке. Ну и она главный адресат для приема. Причем с приемом она в первой партии неплохо справилась. 64%. Позитивные доводки. Вот такая фига вам от Юрия Николаевича. Домашние заготовочки. И 15-16. Сейчас будет у нас просмотр. Просмотр. Будем ждать, было ли там касание или нет. Очень внимательно. Разбирают этот момент. Вот в составе минчанки в первой партии Надежда Столлер выдала 71% в атаке. Плюс 7 у нее выигранные и проигранные мячи, 3 брейковых. Повторюсь, она лидером была по количеству набранных очков. А вот у Надежды Смирновой всего лишь 29%. Не те цифры, да, наверное, которые она в первую очередь рассчитывала от себя. Ну и там какие-то миллиметры, видимо, решают. Да, все верно. Приходится вновь подзывать первого арбитра матча, чтобы посмотреть этот эпизод. Ну, там классический, видимо, момент. Тень от мяча падает на пальцы. И может показаться, что там есть касание или нет касания. Такие небольшие проблемы современной техники. Ну и вот с другой стороны просят, видимо, посмотреть. Главный арбитр сегодняшнего матча. Вообще, это финал шести. Обслуживают арбитры Алексей Пашкевич, Александр Тубылов, Иван Чумак и Константин Гусев, а также Олег Тетюхин. Инспекторы матчей — это Борис Степанов и Сергей Титов. И линейные судьи — Алексей Данилов и Александр Торхов. Ну, есть решение у нас наконец-то, и видим мы его. Очень близко, но, честно говоря, по-моему, здесь видно, да, что не было касания. Я даже немножко удивлен, что пришлось прибегнуть к помощи первого арбитра. Но вот как раз та самая тень падающая. И теряет свой видеопросмотр Юрий Маричев. 16-15. Минчанка впереди. Надежда Столяр. Симоненко в приеме на знак. Бавыкина. И еще один челлендж. Юрий Маричев не рискнул все-таки взять. Готов он был. Ни одна из девушек не сказала, что стоит брать видеопросмотр. Ну, там, скорее, все-таки аут был. Пусть и минимальный. Столяр продолжает подавать. Вновь Симоненко. Руссо. Нужен съем для Протона. И делает это Виктория Руссо. Теперь подавать очередь Анастасии Бавыкиной. Хорошая подача, но не менее качественно минчанка справляется. И сразу же первый темп. Владыка 18 очко минчанки приносит. Причем, смотрите, да, сразу два, можно сказать, блокирующих выпрыгивали в опасной близости. Но, тем не менее. Сейчас идеальная доводка. Симоненко не стала атаковать. Там скидка проходит.
Достаточно неожиданно она получила, хотя там две волейболистки-минчанки мяча коснулись. Но оставить его в игре не получилось. 17-18. Еще готовится замена у саратовской команды. Вновь двойная. Ту, которую мы уже видели, это Версалькова и Елена Савкина. Но пока по-прежнему плюс 2 для минчанки. Русу. Хороший съем. Причем вот первая партия в этом матче, да, стала и первой выигранной партией для Протона. В этом финале 6 у минчанки был такой локальный успех матч против Уралочки НТМК. Ну и сама же Виктория на подаче. Наводка от Панасенко. Секретова. Забивает очень важный мяч. 18-20. Ну, Минску сейчас попроще, конечно. Необходимо держать свой съем. А на подаче Надежда Владык. Она здорово, кстати, отподавала в самом начале этого сета. Русу скидка. И неточная она получилась. Здесь от блока. Мяч вертикально практически приземляется в площадку Протона. 21-18. Она немножко не донесла этот мяч, ну и Надежда Смирнова легко его скинула. Бавыкина цепляет ее атаку с задней линии. Смирнова отыгрывается от блока, но страховки не хватило от Надежды Владыка. Тем не менее, по-прежнему плюс 2, да, и вот тот брейковый мяч, он лишь упрочил позиции минчанки. И та самая анонсированная нами ранее двойная замена. Появляются Вера Саликова и Елена Савкина вместо Марии Дороничевой и Виктории Руссу. Ну а вот здесь вам, как сказал коллега Финдгранкина, почему бы и нет, даже не стала тянуться за этим мячом Анастасия Лопато, и в итоге с приема вот так вот мяч провалился на сторону Протона. 22-19. Обескураживают, конечно, такие мячи. Бавыкина. И вторую атаку Анастасии не добивает. В прошлый раз минчанка нашла брейковый мяч после такого недочета. Здесь фрибол и все в руках команды из Беларуси. Секретова. Но там здорово в защите. Саликова действует. Еще раз Бавыкина. Смирнова. И в защите Кристина Лавнова подтаскивает этот мяч. Бавыкина, попытка номер 3. Скидка. И нет, остается мяч в игре. Он остается. Не было там касания. Бавыкина номер 4. Просто напрыгалась уже Анастасия. Минчанка. Шикарный розыгрыш дарит нам с вами вместе с Протоном. Там два раза успели подсунуть руку, да, и... Ох, очень красивый момент. Но Юрий Маричев немножко хочет подпортить нам этот момент красивого волейбола. Ну, а точнее, просто проверить. На самом-то деле, Юрий Николаевич хочет момент с... Успела ли там подложить руку волейболистка минчанки. Сейчас минчанка улыбается, прям весь квадрат. Девушки в очень хорошем настроении вот прямо в данную секунду. На табло 23-19 в их пользу. Ну и ждем мы решения. Там тоже непросто будет, потому что там было скопление игроков. Я, честно говоря, даже не удивлюсь, если в итоге не получится просмотреть этот эпизод. Потому что, опять же, не уверен,
Уж больно там все близко и плотно было, но, конечно, с одной из множества этих камер. Пограничный, честно говоря. Причем видим плашечку, да, что нельзя принять решение в данной ситуации. Ну и остается решение, принятое арбитрами. И Юрий Маричев не спорит, что показательно, потому что если бы у него были какие-то сомнения, конечно же, он разразился бы негодованием, но нет. 23-19. Плюс 4 для минчанки. Протону нужен съем Бавыкина. Не проходит ее скидка. Там Столяр цепляет на двойном блоке. Бавыкина упирается в чехол. Еще одна атака. Нет, напрыгалась Анастасия. 7 атак за 2 розыгрыша. Тяжеловато. И Симоненко срывает атаку Ярослава. Не попадает она в площадку. Солидный аут мы видим. И не сработала двойная замена Юрия Маричева. 5 сетболов есть у минчанки. Возвращаются Дороничева и Русу. И ошибка на подаче. Такой микрошансик для Протона. На подачах Юлии Максимовой. В первой партии у нее дважды она выходила на подачу. Ни разу не ошиблась, но, судя по всему, и ни разу ее команда не смогла выиграть брейковый мяч. Ну и сейчас на сет снимается минчанка. И с первого же раза делает это Надежда Смирнова. 25-23 и 20-25 в обратку. А видим мы 1-1 по партиям. Уже в зале, кстати, представители калининградского «Локомотива». Ну а у нас с вами небольшая пауза перед стартом третьего сета, который во многом станет решающий. Пока все наши прогнозы оправдываются, действительно бьются и та, и другая команда. Тяжело выделить фаворита. Ну и что касается набранных очков, давайте посмотрим. У нас статистика под рукой. Бавыкина 12, Русу 10, Симоненко 10. 10 же у Надежды Столяр и 9 у Надежды Смирновой. Ну а пока хайлайты по итогам второго сета. Возвращаемся в центр волейбола Санкт-Петербурга. 1-1 в матче между Протоном и Минчанкой. Напомним, это встреча за 5-е место финала шести женского чемпионата России. И в отличном настроении команда из Минска после того, как сумела она сравнять счет. Что касается статистики. Хорошее преимущество у Минчанки на блоке 8-4. Двукратное, если быть точным. Минимальное преимущество 3-2 по эйсам у саратовского Протона. Ну и вот у Анастасии Бавыкиной более такой равномерный, если по сути использует Мария Дорончева трех основных своих крайних нападающих в составе Протона, да, то у минчанки атакуют практически все, кто есть на площадке. Больше всех Надежда Смирнова. У нее 9 очков и 41% в атаке. Ну и больше всего ее в приеме загружает.
целом справляется, 50% показывает при одной ошибке за 20 попыток. Руссо не попадает ни в площадку, ни по пальцам. Виктория. Да, там чуть позже, по-моему, Надежда Смирнова выпрыгнула. Так бы, может быть, ее и зацепил, что называется, взрывной волной. Руссо. Второй мяч не добит подряд. 2-0 в пользу минчанки. Есть шанс сделать 3-0. И именно это удается Надежде Смирновой. Хорошая скидочка. Зряч там никого не было. Решили втроем сдержать на блоке, но не вышло. Симоненко. Прорывается она на двойном блоке. Так, предательский мяч между рук Виктории Секретовой. Проваливается на сторону. Минчанки первое набрано очко для Протона в этой партии. Секретова сама в атаке. Ой-ой-ой, мяч-то в игре, наверное, был. Или в антенну он отлетел, да, от головы. Курьезный эпизод получился. Здесь попыталась не мешать. Да, в антенну попал мяч все-таки. А я мог остаться в игре на самом-то деле. Любопытная ситуация. 4-1. Минчанка активнее начинает третий сет. Симоненко очень мощно. Переходящий для Протона. И заниженная получилась передача от Марии Дороничевой. Тяжело было. Но вот вроде бы инициатива, да, в атаке в данном розыгрыше была у Протона. Но по-хорошему перетерпели волейболистки минчанки. Набрав уже пятое очко. Плюс 4 сейчас для них. Бабыкина с задней линии. Успешно. Но вот сейчас немножко не ждали на блоке Анастасию. Да, прям по центру такой солидный разрыв мы видим. Виктория Руссо. Столяр, первый темп. Решил еще добить этот мяч из неочевиднейшей ситуации. Рискнула, но и... Посмотрите, уже за спину, так глубоко за шиворот мяч улетал. Пришлось еще сделать такой степ-бэк, шаг назад, чтобы до него дотянуться. А в итоге победители не судят. Столяр, самая результативная в составе минчанки. Да, вот Котловнова и Бабыкина на задней линии. Скидка отыгрывается от блока, но никто ее там не страхует. Почему-то в данной ситуации. И вот так инициатива сейчас полностью на стороне минской команды. Затягивается этот игровой кризис для Протона, который начался в середине второго сета. Пробует забегание, но не проходит и здесь. Неудачно от Максимова, и мяч еще раз падает на сторону Протона. Странно, что Юрий Маричев еще ни разу не использовал тайм-аут. Неужели доволен он тем, как развиваются события? Ну вот двойная замена. Савкина и Саликова меняют Руссу и Дороничеву. Ну а на подачах Надежда Смирнова. Мощно. Симоненко цепляет ее атаку по линии. Там здорово. В защите сыграно. И все абсолютно сейчас у минчанки получается. Просто прет. Все достается, все поднимается. И вот такая скидка от Смирновой. Ну и отметим, конечно, классные действия в защите от Елены Федоринчик. Сейчас она на площадке, да, вместо Виктории Панасенко. И 2-9 в пользу Минска. Симоненко пробивается все-таки.
И сама же Ярослава отправляется на подачу. Удалось затруднить. Тяжелая атака для Маркевич. Да, здесь Смирнова подтащить хотела этот мяч, но самую малость не дотянулась. Если бы еще и этот мяч оставили в игре, это, конечно, фантастика была бы для Минска. Здесь переходящий на сторону для Протона. И по крупице, да, по чуточку удается сокращать отрыв. Ну и Станислав Саликов решил не рисковать и взять именно сейчас тайм-аут. В первую очередь, чтобы успокоиться. Ну, давайте послушаем. Это Бавыкина. Все будет 15. Пайпа или 4-я зона. Все через нее. Симоненко будет ей помогать. Поэтому внимательно. Сейчас на блоке. Нам многое повезло, мяч упало в нашу порту. Клява это закончил. Сейчас уже сами. Сами в 17, сами в 17. Ну и вот посмотрим, оправдается ли прогноз Станислава Саликова. Много будет бить Анастасия Бавыкина. Пайпы, четвертая зона. Сейчас как раз в расстановке Бавыкина в четверке находится. Ну и помогать ей будет Ярослава Симоненко. Столяр, скидка. Очень уверенно. Продолжает надежда набирать очки. 13-е для нее. И вот тем временем сравнялась она с Надеждой Смирновой, которая, как видим, разгонялась в первой партии. А сейчас уже стала самой результативной в составе минчанки. Выбитый прием и двойной блок на Бавыкина. И Столяр в защите. Но мяч туда, в район трибун, улетает. Не проходит атака Владыка. Симоненко. И вновь очень высокая защита. Но кто-то должен перебросить этот мяч на чужую сторону. Еще одна защита. И там не было ли касания сетки? Нет, судя по всему, мяч попал. Ой-ой-ой-ой. По лицу отскакивает мяч от рук Анастасии Бавыкиной, Юлии Максимовой. Минчанка бьется, конечно, будь здоров. Вот здесь Протон. Скидка от минчанки не проходит. Бавыкина вновь на двойном. Ну, практически всегда Бавыкину, конечно, караулят вдвоем. А что еще остается? Ну, и вот сейчас первый темп. Панасенко в защите, но там касание сетки. Хорошая доводка. Маркевич в блок упирается. Там вновь Панасенко страхует. И какая мощная атака от Виктории Секретовой. Точнёхонько. В заднюю линию укладывает она мяч. Классный момент в атаке. И по-прежнему комфортный плюс 4. Выбитый прием Бавыкина. Ждут ее на двойном, но решает Анастасия. И в данном эпизоде не проблема.
17 очко Анастасия Бабыкина набирает. Несомненный лидер она в составе обеих команд. И сама же на подаче. Смирнова попадает по линии. Тяжело было подбить мяч Елене Савкиной. А вот так вот. Минутка магии. От Веры Саликовой. Не ждали абсолютно этого эпизода. И очень красивый момент. Всегда особенно ярко такие скидки смотрятся, да. Причем, когда в котел без попытки даже спасти кем-либо. Действительно. Прошу прощения, действительно, да. Очень классный эпизод. Симоненко, высокий мяч. И еще раз падает мяч на сторону минчанки без борьбы в защите. И тайм-аут. Станислава Саликова второй, хотя его команда всю партию ведет в счете. Берет второй тайм-аут Станислав Саликов. Целый год ты ползешь туда, а я говорю, встань на свое место. Страховать нужно, сброс. Мы столько же очков проиграли. Счет 13-11. Два очка твоих. Вот это был настоящий огонь, если честно. Что минчанка проиграла весь свой гандикап. Вели они, да, плюс 5. Одна атака не проходит, и Протон восстановился. Действительно, сейчас опять равная игра на площадке с преимуществом команды в розовой форме саратовского Протона. Еще одна атака. Виктория Секретова. Саликова, скидка. И аут или поле. Юрий Маричев будет ли брать просмотр? Нет, не решается. Там, по-моему, ему как раз стойка сетки помешала. Хотя, видимо, все видел. 1-15. По-прежнему те же самые плюс 4, тем не менее. Саликова. Симоненко, высокий мяч в защите. Смирнова. Секретова у нее поперла. И еще один мяч на счету Виктории Секретовой. Лидер атака минчанки в третьей партии. Это 7-е набранное очко в матче для нее. Ну и Ксения Еремчук появляется вместо Ярослава Симоненко. Ну вот сейчас из стартового состава, да, из полевых игроков осталась лишь Анастасия Бабыкина. У Протона Еремчук в приеме и сразу же включиться в игру не удается. Неидеальная доводка и ошибка в атаке. 11-17. Подействовал тайм-аут Станислава Саликова на его команду. И Секретова на подаче. С места заряжает. Сеточный мяч. Столер передавила Саликову. Еремчук. Ну и Юрий Маричев решается для того, чтобы взять видеопросмотр. Видеозапрос команды «Протон» Асания Плотова.
Сейчас Юрий Маричев очень активно проводит свой тайм-аут. И было касание среднего пальца. Забивает мяч Ксения Еремчук. И вместо 11-18 получаем 12-17. Но 5 очков не 7, конечно, но тем не менее. Большой-большой гандикап у минчанки. И держит прием Смирнова. Первый темп от Столяр. Но в защите здорово подбивает мяч Екатерина Дороничева. И во многом это ее заслуга. -17. Вот минус 4 уже. Кретова, и там не успел блок-то к ней подбежать. Хоть и вдвоем выпрыгивали, но там полметра минимум, да, не дошагали. Забивает тяжелый мяч Ирина Савкина. И возвращается Ярослава Симоненко. Сразу же на подачу выходят. Маркевич. Там страхует минчанка этот мяч. Скидка Смирновой. Но еще шанс сократить отрыв Бавыкина. На двойном блоке постоянно караулят Анастасию. Секретова не добивает. Но Саликова успевает здорово отпасовать Бавыкину. 4-4. 15-18. И на подачу Симоненко, но вновь ошибается. Не получается у Ярославы сегодня на подаче. Столяр. Бавыкина. Ну и шанс сделать плюс 5 для минчанки. Секретов скидка. Страхуется она. Бавыкина на двойном блоке. Там блок-то неравномерно как выпрыгивает. Ох, какое спасение еще раз от Протона. Маркевич проваливается мяч. Все на сетке. Норовит зависнуть на тросе. Симоненко не проходит ее атака. Секретова. Было ли касание? Да, сразу же девушки просят посмотреть этот эпизод. Арбитры пока дают мяч Протону. 16-19. Ну и давайте смотреть. Да, действительно, было касание, причем ни одного из пальцев. И 15-20 становится счет. Плюс 5 для минчанки. Очень-очень уверенное преимущество. Команда из Белоруссии. Столяр. Добивает мяч Елена Савкина. Хорошая доводка. И Татьяна Маркевич. Шанс
21-16 в пользу минчанки. Еще одна атака. И вновь Савкина. И вот в концовке она подтаскивает свою команду. И возвращается Русу. Вместе с Дороничевой. Будет ли съем? Очень мощный, очень красивый. Вот Надежды Владыка. 17-23. 22, прошу прощения. Да, пока тяжело, конечно. Рассчитывать Протону на камбэк. Здесь небольшой технический момент. Там случайно кнопочку тайм-аута задели. Но не смутило это. Волейболисток минчанки Секретова. Чуть ли не впервые ее в сегодняшнем матче закрывают. Бавыкина на подаче. Панасенко здорово доводит. Еще раз Секретова. Забивает. Забивает Виктория. Очень хорошо она, конечно, играет в третьем сете. Здесь плохой прием. Приходится Русу пасовать на Симоненко. Решила сыграть все-таки Маркевич этот мяч. Смирнова. Тяжелая атака. Русу на двойном. Забивает. Ну и 19-23. Секретова. Все ей. Все ей. И она все, все, все. Раз за разом решает эпизоды. Ну и уже 5 сетболов у минчанки. Спокойненькая такая подача. Уверенная. Русу. Тяжелый мяч, но тем не менее. ...20-24 на подачу к Виктории Русу. Наверное, главное сейчас просто подать, а еще удается и фрибол заработать. И есть один брейковый мяч. Еще разочек Русу. Хорошая доводка Смирнова. Нет, Столяр. Бавыкина в защите. Подтаскивает этот мяч. А забить Симоненко. Нет, здесь чехол. И это 21-25. Минчанка выигрывает, хотел я сказать. Сет, но Юрий Маричев решил использовать право видеопросмотра.
Ну и ждем мы решения, было ли там касание. От этого во многом зависит исход партии. Не было там никакого касания. Да, там от мяча попало и... 25-23 в пользу Протона и в обратку. 20-25 и 21-25. Минск уже впереди. Ну а нас с вами ждет небольшая пауза, после которой мы вернемся к началу четвертого сета. А вот станет ли он решающим, честно говоря, не возьмусь предсказывать и судить. Атаки 35%. А вот у Секретовой 50, у Смирновой 48, у Столлер 47. Это главные адресаты для передач. Бавыкина не забивает Анастасия еще одну атаку. Маркевич просто скидывает. Бавыкина попытка номер 2. И там аут был. Было ли... Да, на предмет касания. Юрий Марич вперед запрос. И не было касания. Рядом с мизинцем пролетел мяч. И вновь минчанка с набранного очка набирает четвертый сет. Здесь здорово в защите сыграно минчанка, и Маргевич забивает. Тяжелый мяч. И вновь отмечаем Елену Федоринчик, которая здорово сыграла в защите. На подачу у нас Анастасия Лопато. Ну и быстрый съем Юлия Максимова. Секретова по линии на этот раз атаковала, но не попала она саму малость площадку. Здесь доводка на знак. Еще раз Секретова, на этот раз мощно по диагонали, но цепляют ее атаку Бавыкина. Секретова в защите. Анастасия набирает очередное для себя очко. 20-м оно для нее становится. 3-2 повел Протон. Никто не удивится, если мы с вами увидим и пятую партию в сегодняшнем матче. Здесь скидка. А это Надежда Владыка. Так, и еще один просмотр. Юрий Маричев хочет взять. Да, видеозапрос. Не было там касания сетки, видим мы. И 3-3. Ну и вот Протон уже оба
видеопросмотр потратил к счету 3-3. Действительно, нечастая ситуация. И проваливается мяч, сейчас за лицо хватается Юрий Маричев. И вот такие качели у нас на старте четвертой партии. То одни, то другие здесь. Почему-то не стала подбивать этот мяч Кристина Лавнова. Неужели она подумала, что Ярослава Симоненко, да, сделал такой небольшой шажок, который смутил Лавнову. Вот сейчас ошибка и есть съем. Еще одна атака Смирновой. Мяч на сторону Протон неожиданно перелетает. Бабыкина. Здорово за спину, но там Секретову ждали. Смирнова очень мощно, но не удается сохранить этот мяч в игре. Бавыкину прикрывают ее атаку. И так на коротке сыграно, но Анастасия исхитрилась. Совершила все-таки необходимый съем для Протона. Дороничева на подаче. Панасенко тяжелая доводка. Ну и вот есть шанс на брейковый мяч для Протона. Бавыкина. Там сетка колышется. Но от мяча, видимо, в любом случае у Юрия Маричева нет уже челленджей. И 5-7. Причем сейчас стартовый состав у Протона на площадке. Не удалось резервистками зацепить эту партию. Симоненко выбит и прием Бавыкина. Без атаки остается Анастасия. Секретова. Как же она хороша. Ну и сама же Виктория на подаче. Если бы здесь еще мяч провалился, было бы, наверное, слишком хорошо. 6-8. Вот пока не видно, действительно, за счет чего, за счет каких усилий Протон может перевернуть эту игру. Уж очень ровно минчанка играет. И действительно, за счет того, что множество адресатов есть для передач у Анастасии Лопато. А вот сейчас Смирнова не попадает в самую малость. Очень внимательно Юрий Маричев смотрел, смотрел, смотрел. И заколдовал полет этого мяча. По ширине немножко не попало в площадку. 7-8. Анастасия Бавыкина. Смирнова колотит. Очередные набранные очки для капитана минчанки. Двадцать одно Анастасии Бавыкина и 17 для Надежды Смирновой. Идеальная доводка, и Виктория Русу должна решать. Так оно и происходит. 8-9. И подбадривает, подбадривает Юрий Маричев своих подопечных.
есть хорошая комбинация. И вновь первый темп. Вновь первый темп. Это Надежда Столяр. Все как по учебнику. 15 очко она набирает. Немножко подотстала от Надежды Смирновой. Но Столяр была очень хороша в первой партии, да, и была основным нападающим, который набирает очки. А здесь практически на пустой сетке, но успевает выбросить руки Анастасия лопатой. И в итоге вот так вот завершается этот розыгрыш ошибкой Дороничевой. Еще одна плохая доводка. Там волосами сетку Дороничева задела, но это не запрещено правилами, как мы знаем. И 8-12. На блоке Минск сегодня лучше. И по ощущениям, и по цифрам. Надежда Столяр ошибается. Виктория Руссо. Классная комбинация в исполнении саратовской команды. Юлия Максимова. Тимоненко. На этот раз без ошибки от Ярославы. Секретова. И очередное классное набранное очко от Виктории. Она такими темпами и скоро Надежду Смирнову догонит. Очень здорово. Секретова действует. Причем любопытно, что у нее показатель в этом сезоне в среднем по количеству набранных очков уступает она только Маргарите Степаненко в регулярке. И здесь как здорово в защите подбивает Федоренчик. Бавыкина. И защита еще раз от Федоренчик. Уже какой сейф от либера Минчанки. Скидка. Ой-ой-ой, как же обидно сейчас должно быть Анастасии Лопато. Да, ну а Федоринчик просто браво. Два супер спасения. И 11-14. Три очка в пользу Минчанки. Первый темп проходит, но на месте Ярослава Симоненко. Бавыкина на двойном. Забивает Анастасия. 23-е для нее уже набранное очко. Выбитый прием на знак от Смирнова. И сейчас тайм-аут, наверное, должен Станислав Саликов брать. Немножко его команда поплыла. Сам решил это сделать, не попросил он помощника Сергея Кузнецова. Именно сам. Первый тайм-аут в четвертом сете. Там стоит Смиленко. Приходит блокирующий и начинает бить по ходу. И Пила через... Набрасывает это узкий. Пила на высокий блок. Бей в правую руку центрально, чтобы туда уходил. Это раз. Внимание, это тоже очень важный съем, чтобы он не проиграл. Здесь Павыкин, Надь, я по видео посмотрю на телеке, все время сносишь. Вот туда их снесу, и все, и она будет твоя, и все. Давай, 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 давай. Тринадцать четырнадцать.
Сокращается отрыв уже до минимума. Ну вот здесь Минчанка. Вновь плюс два. Тринадцать-пятнадцать. Надежда. Владыка, выбитый прием от Симоненко. Тяжелая атака будет у Бавыкина. Еще и мяч, наведенный на сетку, получился. Столяр будет просить. Она просила Секретова. Колотит и колотит. Вновь Бавыкина. И там в защите Смирнова. Тяжелейший мяч подбивает, если еще и забьет. А она забила. Забила. Плюс 4. И вот сейчас время тайм-аута от Юрия Маричева. Да. Равнее сегодня Минчанка играет, нежели Протон. Рядом с антенной я тебе ничего не сказал. Да почему опять на высоком мяче оставляешь линию? Объясни мне. Ну я же устал там одно, второе, третье говорить, одно и то же. Всю весь сезон отрабатываем, говорю, ближе стоять, придавать тебе плюс-плюс. Все стоят вот так вот там. Ярослава там, Юля-то 6 метров. Я не могу, как попугай, вам одно и то же говорить, а? Выполните то, что надо делать, то, над чем работаем. Давай, давай! Ну вот так вот. Я не могу вам говорить, как попугай. Любопытная цитата от Юрия Маричева. И здесь проходит. Атака первым темпом от Ульяны Ермолаевой. Будет съем. Столяр. 14-18. Симоненко в приеме на знак. Руссо. Еще раз блоком цепляет Минчанка. И замена. Савкина появляется вместо Виктории Руссо, которой вторая часть матча не задалась, к сожалению, для болельщиков Протона. Ну и вновь 5 очков разницы. Вот даже не знаю, удастся ли саратовской команде вернуться. Уж больно Минчанка играет стабильно. Наверное, это самое правильное слово в описании игры команды Станислава Саликова. Минимум ошибок, да, каких-то необязательных. А здесь Смирнова. Ну и она практически безупречна. Не зря лидер команды, капитан Минчанки. Своих партнерш по команде не подводит. 20-15. 5 очков отделяют Минчанку от исторического для себя лучшего достижения в чемпионатах России. Юрий Маричев, кстати, говорил, да, в прошлом сезоне Протон был 5-й. И не хотелось бы опускаться даже на строчку ниже, но Минчанка против этого. Однозначно и бесповоротно 21-15 плюс 6 в самой концовке четвертого пока что сета. И здесь еще и ошибка в приеме от Кристины Лавновой. Видим мы. 22-15.
Так и не смог Протон, да, собраться, судя по всему, после вот неудачного начала третьего сета. Минчанка где-то перетерпела, даже несмотря на проигрыш партии. Здесь еще одна ошибка в приеме, еще один эйс от Надежды Смирновой. По очкам дотянуться до Анастасии Бавыкиной ей все-таки не удастся. Но то, что она самый результативный игрок в составе Минчанки, это уже можно говорить как о свершившемся факте. Здесь Бавыкина в приеме. Симоненко. Касание сетки. Ну, действительно, прям чувствуется уже, что называется, прет энергии из волейболисток Минчанки, которые верят в свои силы. Ну и сразу съем, сразу съем. Это как раз Минчанка сейчас подбадривает друг друга. Еще и тайм-аут есть на супер необычный случай, да, для Станислава Саликова. Но здесь 8 матчболов для команды из Минска. Напомним, это мяч за матч за пятое место финала шестиженского чемпионата России. Ну и на подачах Надежды Столя. Дороничева на Бавыкину. Та не забивает. И вот он шансик закончить здесь и сейчас. Смирнова, Дороничева. Лавнова пластается. Поднимает там арбитр флажок. И отдают мяч Минчанке, которая выигрывает впервые в своей истории. Занимает пятое место в рамках женского чемпионата России. Это лучшее достижение, с чем мы поздравляем команду из Белоруссии. Не зря, что называется, выступают девушки в чемпионате России. Ну и пожелаем им, конечно же, удачи в решающих матчах чемпионата Беларуси. Там еще полуфинал против Могилева. И, кто знает, финальная серия совсем скоро. Но болельщиков Протона можно в целом поздравить с хорошим сезоном. Достаточно качественным. 6-е место вполне себе результат. Ну и предстоящие Еврокубки на следующий год. Чем не цель? Совершенствоваться, улучшать свою игру и радовать болельщиков победами. Ну и на ваших экранах самые яркие моменты сегодняшнего матча. Юрий Маричев, Станислав Саликов. Это было действительно круто. Примерно так мы и ожидали, что будет очень упорная борьба. Ну а в 16 часов Локомотив Калининград против Уралочки НТМК в первом полуфинале чемпионата России. А в 19 часов классика женской суперлиги Динамо Акбарс Казань против московского Динамо. Супер жаркий день в столице Республики Татарстан. Ну и включайте игры в 16 и 19 часов.